Ладно, охраняй меня, я буду стены ставить тогда. Так, ну я вход тогда делаю вот здесь. Окна я делаю в каждом... в каждой стенке, короче. Ну, короче, везде, где можно, делаю окна. Погоди, вот здесь пока не строй. Так, а вот это здесь я, наверное, стену глухой оставлю. Хотя, похер. Ты лучше телегу приволок. Телегу можешь сам приволочь. Сейчас обоссу твой дом. Между прочим, твой дом тоже. Кстати, надо будет потом десяток оленей завалить. Так. Сейчас я сразу лестницу поставлю. Делись. Тут же столько было накидано. А, ты там что-то застроил или нет? А! Так можно и в лоб попасть. Сорян! Ну, кстати, вкусно. Свои деревья, блин, что ты лезешь-то? Ой, все. Бля, надо поставить хуйню скорее, быстрее, блять. Я ее тогда в доме пока ставлю. Да, или не ставлю. Бля, не помню, где она, блядь, Я ее ставлю. А, блин, надо в доме поставить. Все, я поставил. Молодец. Брось ты ее уже. Получишь ты сейчас по башке или нет? Нет. Блин, так было бы близко. Пап. О, а это интересно, я смотрю. Нет, не смотрю. Из тонких деревьев, кстати, ветки падают. Я знаю. Из относительно тонких, то есть, тоже. Не только из кустов, которые тушки свои перешибить можно. Что это за красненькие цветочки? Календула.
Олег, на меня пытаешься скинуть, что ли? Ты, кстати, знаешь, что этими деревьями можно убить животных? Да. Отлично. Больше не лезет. Так, все, смеркалось. Факел умеешь делать? Нет. Палка плюс тряпка. Ну, плюс желательно алка. Просто темнее. Нельзя было поставить лестницу таким образом, чтобы на нее можно было залезть без прыжка. Я вроде поставил ее таким образом. Вот, можно кучу еды набрать. Странно, что у меня там окно не поставилось. А, ты в этом смысле? Но она так вот встала, только так встала. Просто как бы не очень просто было эти камни обойти. Чувак, тут у нас куча жратвы в этом в костре. Я пошел спать. Ноги сам жри. Все, я иду. Я не гордый, могу ноги пожрать. Солнышко. За мной иди. Раз, веревка. Два, да, веревка. Я там уже подобрал. Три, веревка. Окей. Они ничего не сожрали. Спилил еще одну. Еще одну поилку? Да. Да, слушай, рациональнее было на крыше их поставить. О! Че там? Да дерево не заломанное, одинокое. Оно тебя ждало. Блин. А, кстати, скоро понадобится много-много камней. Честно. Ты подъезжай сюда. Я тут это. О. Занят немножко был. Опа. Слышу звуки подозрительные. Ладно, ты там развлекайся, я в доме посижу. Помощь нужна? Да, блядь, нет. Тут, походу, мне надо сделать кое-что в настройках. Слышишь, что тут? Ладно, настраивайся, я тебя охраняю. Тут они просто вообще уже рядом. Спасибо, Денис. А, вон он. Тогда я тебе еще поговорю.
А чё он убегает? Сыт. Там зубы выпали, кстати, если чё. Да, зубы собирай и потом их на топор наклеишь. Все, осталось две задних стенки только закончить, и стены готовы. То есть поставим кровать, и можно будет здесь ночевать. Не понял, это что это было за звуки? То есть... Ой, блядь! Абориген. А, вон он. Да, слушай. Он прям возле дома. Я, если что, закрылся в доме. А мне пизда, кстати. Прям совсем? Прям совсем. Плохо. Но у тебя ничего, все равно ничего ценного с собой не было. Блин, тут толпа прям приперлась. Труп свой подбери, но тут говорю, у меня тут три аборигена. Я, конечно, сейчас попытаюсь их отогнать молотовыми. Но тут уже злые пришли аборигены. Да, я видел. Которые большие, толстые. Вот один из них под домом. Именно для этого я и обкладывал камнями, чтобы они под дом не могли залезть. И он тут ни хрена не уходит. Ладно, сейчас попытаюсь что-нибудь сделать. Давай, подходи сюда, скотина. А, их там двое под домом даже. Я спал. Я рад за тебя. У меня два аборигена и коктейль молота в руках. Они оба под домом, скоты. Что ж ты будешь делать? Я так весь дом сожгу. Блин, они под дом шкерятся. Тырки. Пизда, да я повтор был убил. Ага. Ну я упал с высоты на этот раз. Ага. А у меня молоты выкончились. Я одного зажег, а второй в панике свалил. Так, я одного запинал. Второй приперся. Все, двоих убил. Круто. И с него выпала какая-то нано-дубина. Да что ж ты будешь делать? Мне показалось? Не, видимо, это было что-то другое. Тебе там пизды дают, что ли? Ну, попытались. Я отбился. Не, я в порядке. Ты в самолете появился? Да. Понятно. А,
зашибись, я же дом закрыл и запрыгнул, и спрыгнул там снаружи. Ладно. Ага, хер там, да? О, ты дошел. Камни выложи сразу в фундамент. Я открыл дверь. Кости собери, кстати. И комбинируй ткань с костями. Или там шкуру варана на себя нацепи. Если оно это есть, конечно. Телегу что-то сделал? Что там дом-то добили? Можно шумку сюда? Надо кровать поставить сначала, чтобы там можно было спать. В дом именно в стены осталось вложить одно бревно, и в принципе мы в безопасности. То есть они сквозь стены не пройдут. Но будите, они нас все равно будут. А, смотри, сейчас я поставлю тогда койко-место. Может дверь закрыть, кстати. Так. Кровать. А, вот. Кровать. Я кровать вот в этом самом безопасном углу тогда поставлю. Мне надо 4 шкуры кролика. И пачку прутьев. Пошли переночуем на яхте опять, а завтра уже доделаем.